Артём, давай купим домой собачку. Она такая хорошенькая. Она такая миленькая. Она будет жить с нами. Зай. А? Ты весь день была дома. Почему у нас дома не убрано? А ты весь день был на работе. Почему мы до сих пор не богаты? Вопрос кошачий, собачий, малышка, котопёс, котопёс, котопёс. А у вас в семье в магазин тоже ходит человек, которого не жалко? А вам правда все пофигу? Пофигу. А если начнется Армагеддон? Вообще пофигу. А если бензин будет стоить 150 рублей за литр? Пофигу. А если все панды вымрут? Не, это не пофигу. Ну у вас же написано, мне все пофиг. Да мне пофигу, что там написано. Куликита-коты! Куликита-кота! Куликита-коты! Куликита-кота! Так, хлопок, синтетика... Шерсть. Вот это то, что надо. Ну что, белка? Как говорил Юрий Алексеевич Гагарин, поехали! Это все мне? Тебе. Тебе. Ну почему? Самая красивая ути-путишка, я в тебя влюблен сильно. Ой, какая хорошая погода. Oh, 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 oh